Всем привет! У нас новый день. Помашите всем. Доброе утро. Погромко. Буду. Настроение супер. Ой. Короче, мы едем в Соликамск. В ботанический сад. Погулять. Здоровайся. Где там что-то антифриз заливают? Сейчас мы забираем крестную, забираем маму с работы. Так мы тогда там на выезде сейчас подождем. Деда поедем, вон деда. Но мы получим. Заедем. Ну да. Слушай, а деду-то карту надо отдать, наверное? Зачем? А он что-то спрашивал, спроси, ему надо, наверное, заправиться. Мам. Угу. Вот дедушка же будет забирать бабу Свету. Да. Спроси. Дед, тебе карту-то надо отдать? Ты заправляться будешь или что? Где он? А? Что, карта? Да. Ариш, где рюкзак? Дай рюкзак. Мы что, поехали тогда там? Мы на выезде будем стоять. Но. Через духовку, через игроху. Мы поехали. Все, мне надо. Вот мамуля едут. Папа маму забрал с работы, крестную с Максимом взял. Максим, и мы, тоже? Ну конечно, тоже едем. Все, едем в Соликамск. Красота такая. Где дорога, да, наша была там слева? Угу. Идет ремонт дороги. Поэтому мы не снимаем, но скоро здесь будет дорога просто шикарная. Вот уже стелла Соликамск. Это говорит о том, что мы въезжаем на территорию Соликамска. Красивая такая. Едем, конечно, медленно. Такие были раки по бокам. Вот это им что-то все разравнивает, да, что там уже Соликамский рудник. Соли отвалы, как говорится. Сейчас подъедем ближе покажем. Мне кажется, он как будто меньше, да, стал соли отвалы. Чего не поехал? Куда торопиться? Там, наверное, ругается на деда. Почему? Ну, он просто так летит, яму везде. Это отработанная соль. Вот это вот рудник. Только я не знаю, какой он по счету. Короче, Соликамский. Что там? Номер 6. Прям всю дорогу. Есть типа главного завода управления у них, так понимаю. Вот он уже начинается, Соликамск. Есть старый Соликамск, есть новый Соликамск. Гонит, говорю.
ты с Соликамска, тогда Полина с Ариной в прошлом году уезжали, баба Лена их везла на поезде. Только туда надо было прямо, если поехать, то как раз же до вокзала. Домики такие здесь, пригород. Соликамск чуть поменьше Березняков. Представляете, в каких домах люди живут? Там все такие дома были ужасные. Так, здесь еще один рудник. И там прям даже есть пещеры. Подъедем ближе, покажем. Живут, видишь, дальше нет. Квартира. Ага. Смотрите, люди как живут. Они относительно нормальные. Для себя начальство постаралось. А. Это просто я же все вот эти кустики надо было подравнять. Видишь, она осыпается или что? О, да. Были пещеры вот там. Где пещеры? Вот там, но они вон, видите, осыпаются. Или отгружают. Это у них здесь вечный огонь. Это Соликамский. Мама, огонь У них были короткие, вы потом вот эти пошли уже. Потом в 43-м или каком году. А да, в начале у них танцы были. Потому что они расстояние маленькое летали снаряды. Потом удлинили. Что я есть хочу? Да? А что, не обедали? Ну да конечно. Я тоже есть. Я-то пообедала. Я тоже. Ну да потому что мама не вовремя вас кормит. Вот здесь главное, так скажем, площадь. На этом я катался. Вот эта вот церковь, там музей. А что, страшно? Храмы. Храмы, да. Да. Вот это дом полководца. Почему страшно? Вот этот. Тебя же просто крутит. Ага. Ты знаешь, какой... Тебе страшно то, что голову может удариться. Нет. Здесь вот площадь погулять можно. Тебя просто медленно крутит. Ну, все тебе гуляют. Кажется. Не храм, это соборы, по-моему, да? Вот тоже новый, что ли, построили? Да, красный. Да, что-то новое строят. Я прям реально не захотел. Я тоже. Вот здесь кинотеатр «Русь». У меня же прям крутит. Кинотеатр «Русь».
Прям видите, он такой старый, его не реставрируют. Дом воевода вот тут прикольно. Это все красота. Но мы вот поедем, когда в августе в отпуск. Мы прям пойдем, поедем по музеям, походим, да? И что-то прям новое откроется. Прям посмотрите, прям поснимаем. И гостиница. Ну, здесь вот много-много всяких вот таких вот церквушек. Типа Троицк. Нет, какой Троицк? Вот такая здесь красота. Фонарик какой-то, или это бассейн. Есть где-то колодец какой-то. Ну, здесь вообще вот так вот все вдоль этой улицы от начала до конца. Очень много всяких вот таких каких-то музейных моментов. Вот. И здесь реально, если прям, да, если прям по всем вот этим вот походить, то это надо, блин, даже, наверное, не один день. Угу. Мы поначалу подъезжали. Вот здесь вот контактный зоопарк. А мы же ходили в него. Но они тут такие деньги дерут, ребята, что знаете. Пустой дом кто-то открыл. Это, короче, да, ну просто да, кто-то в доме в своем. Есть вот больничка соликамская. И там, как бы, блин, они дерут, это как будто бы сходить в наш зоопарк, где, извините меня, ну как бы зоопарк, да? Для них, видишь. Плюс сходить там и в контактный, и в этот тропический, и дендрариум, или как он там называется еще, с насекомыми, со всякими. Вот, смотрите, здесь такие красивые. Возле поликлиники, все возможно. Типа там, наверное, объехать, наверное. Здесь. Вот здесь вот контактный зоопарк. У них очень фиговые. А как туда заезжать? Юля, ты снимай, я ничего не снимаю. Да, Юля, ты потом нам выдашь. Косты. А там же. Цветут вон цвета. Я тоже цвет набрали косты. Такие маленькие, да? Света, ты хочешь, знаешь, что за сейчас прикол? Мама, стрикок у муравей большой. Да. Вот, они же муравьи по тебе ползают. Вы смотрите, как у нас тут вот можете на лавочках сесть. Ну, мы да, мы сейчас чуть подальше на лавочке, чтобы народу не так много было. Ага. Иди туда, иди на лавочку. Ой, это вот как у тебя, только у тебя белые. Да. А у меня розовый и белый. Лапчатка называется. Пчелки трудятся вам. А здесь желтый. Вот, Света, у меня лапчатка розовая и белая. Посмотрите, а здесь желтый. Он там мало. Мама, а мама висит. Так вот, к Дане я туда не пойду. Вам надо идите. А в Дане там что? Там тоже... Там тепличные, короче, растения. Тут можно пакет оставить. О, эти тоже свет. Клематис тоже вот это клематис. Белый, да. Это какой-то, у Тани рядом с нами, у нее такой какой-то. У Пашки, у мамы такой возле окна пахнет. Ой, давайте жалко, да, что могу. Паша уже сидит по лавочке. Молодец. Причем много. Можешь. О, вот там и пошлите буквы Г лавочки, какой петух красивый. Петя, Петя, петушок. Кури смотрим. Иди, садитесь, не сходите. Мама, какие папоротники там большие. Угу. Еще и цветут. А это не папоротники вот эти вот. Нет, это как их называют-то? Я как-то забыла. Да. Красота. Ариша, присядь, я тебя сфотографирую. Присядь. А? Присядьте, я вас фотографирую. Прямо с компотом, да? Ну да. Вот так вот прям. Ну да. Смотри на меня. Ой, мастер, тут прям много плавает.
Ой, уточки плавают. И утята, мам. Кто там? Утки. О, утки. Утята. Ага. Выводок. Ничего себе. Классно. Какая большая. Хорошо плывет. Конечно, хорошо плывет. Что мы не утки? Вон в Прибалтике я таких уток снимала. Черные, зеленые, вот как нырнула. Видели, как они ныряют? Оп, и вынырнула. Оп, опять нырнула. Опять. Видите, прям под водной плывет? Вот она ныряет, да? Да, ловит кого-то. Ага, такая классненькая. Так они все тут, видишь, целая куча. Ныряют в воду. Они кушают. Они большие. Большие. А где маленькие? Ты ведь я маленьких не видела? Нет, нет. Смотри. Попа одна торчит. А, там вот там маленькая. Максим, ты поснимай тоже что-нибудь видео. Ой, а что они там? Мама, о, сюда идет. Она, наверное, думает, что ее покормить она, надо. Она, наверное, думает, что ей кушать. А им хлебушек давать. Можно давать? Нет, нельзя. Хлебушек-то можно уткам. Вот такой очень нельзя хлебом. Видишь, какие они? Не те же сердце, им для этого не предназначено давить. Да, я Прибалтике кормила. Как шлепают? Залипывание чем-то, это клювами, что ли, не шлепают, да? Это голубей нельзя. Животные не умеют шевелить челюстью влево, вправо, как же. Шлеп, у них язык не только слюны вырабатывают. Траву, что ли, едят? Ну тут, наверное, света мошки в тине. Ну, наверное, видишь, они шлепают, они, значит, ищут. Дальше пойдем. Куда? Туда пойдем? По тропинке, да? Шлеп-шлеп-шлеп. Интересно. Они сначала под воду ныряют, потом как рыбки ныряют. Так, а по-моему, сюда утят и пойдет на нас шипеть. Да нет, она же... Она же пугает. Мам, Ариша, не подходи. Ариша. Ты что, не увидела ее? Нет, сейчас поплотнее. Ариша, не подходи ближе. Арина, видишь, они начали бояться. Не подходить. Лежат такие. Все, пойдемте, не будем им мешать. Она лежит, главное, клюв спрятала и одним глазом смотрит. Ага. Сейчас пошли. И сейчас вылазит крокодил. А что здесь вообще не глубоко? Да дай коту в воду посмотрят. Подлите все. В смысле прохода нет? О, какие эти, только листья. Макс! Лопухи. А раньше был проход. Куда? Максима, не нырни. Нет, мы вон там по тому мостику ходили. По какому? Вот вон там. Максим! Если... Смотрите, смотрите, какие грибы. Так это и так ядовитые. Так где у папы? Живые. Покамтишь? Ну, конечно. А как не забыла купить, так я и не купила до сих пор. Я хочу еще уточек, я хочу лебедь. Там лебедь. Вот здесь тоже такой ручеечек, да? О, динозавр. Где папа? Осторожно, ус. Смотри, какой динозавр. Я вижу. Тут написано осторожно, осы. Знаешь, по земле не ходим. У них там гнезда. Наверное, вот в этих вот кучах. Значит, надо валить отсюда, но если пока не заставить. Мне кажется, сюда уже никто не ходит. Куда мы пришли? А, куда ее? Мама, ух ты, куда мы пришли? В Египет. В Египет мы пришли. Вот. Ага, мы пришли в Египет. Шли, шли, до Египта дошли. Египет.
Беги, Америка. Стоим. Это инсталляция Америка. Ой, не люблю я Америку. Почему? Вот она такая, Америка. Понимание. Рога, вигвам какой-то. Мама, сфинкс. Запутили маме брать. Ну, за фото все равно пофоткаемся. Я давай, дала... иди залазь. Мама, я дала папе бутылку, а Арина мне дала... Паш! Куда он опять уже ушел? Дайте маму вышло. Паш! Чуть-чуть. Ну, иди хоть пофотографируй нас. И кабачок, Лена, и Лена, кабачок, как у тебя. Я пойду, да. На, держи. Держи. Она снимает. Ты так летает! Нет, мам, я постираю футболку. Он, смотри, какой сфинкс. Или кто это? Пошла я тоже туда встану. Пойдем, бабушка, там встань. Бабушка, там вот. Пойдем, встань. Тебя не видно будет, вставай. Тебя буду. Же не видно, ты что? Давай сюда. А кто фотографируется? Настя же? Нет. Нет. Я съебаю. Да, ну.